Read verse 2, chapter 2, verse 1. Первый стих второй главы. Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный. It's a nation that is not ashamed of anything they do. Народ, который не испытывает стыда от своих постыдных дел. They don't have any sense of conscience, guilty conscience. И совесть их не мучает и не обличает. And sin has hardened their sensibilities. И грех уже заставил, как бы притупил их чувства. So judgment is hastening forward. Следовательно, провозглашается суд. There's an invitation in the next two or three verses. В следующих двух или трех стихах. For those who are walking with the Lord to turn back and possibly even yet escape judgment. Содержится призыв к тем, кто ходит пред Богом, обратиться и, возможно, избежать наказания. Listen especially to verse 3. Обратите внимание особенно на третий стих. «Доколе не пришло определение, день пролетит, как мекина, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней, взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, взыщите правду, взыщите смиренномудрие. Может быть, вы укроетесь день гнева Господня». Now, that is an invitation to the humble of the land. Это призыв к смиренным земли. Those who are actually walking with the Lord. К тем, кто ходит с Богом. If they will seek the Lord and turn to Him. Если они взыщут Господа и обратятся к Нему. Then perhaps. Тогда возможно. No guarantees. Опять же, никаких гарантий. But just maybe God will stir them in the judgment. Бог не пошлет на них наказание, они укроются в день гнева Господня. And he mentions that the Lord will hide them. Здесь написано, что они укроются. Now, that's significant because Zephaniah's name means the Lord will hide. Поскольку имя Сафония означает so Господь укрывает. He's using his own name here. Perhaps the Lord will Zephaniah you. Поэтому он использует здесь свое имя. То есть, другими словами, может быть, Господь Сафония вас. Ну, что-то в этом роде. Now, if the Lord is going to bring judgment on his own people. Итак, если Бог собирается наказать свой народ. He will certainly bring judgment on heathen nations who also sin in gross ways. То, конечно же, он накажет и язычников, которые грешат, и причем грешат немало. So the next section of Zephaniah's prophecy. Следующий раздел пророчества Сафонии. Shows judgment going out to the four points of the compass. Рассказывает о том суде, который грядет на народы, живущие на севере, на юге, на западе и на востоке. It is not at all clear what judgment Zephaniah has in mind. Не совсем понятно, о каком конкретном суде идет речь. But the thought is probably that there is in the future some judgment that all the nations will experience. Но скорее всего просто эти народы в будущем будут наказаны. First. The judgment on Philistia. Провозглашается суд над Филистией. Be verses 4 through 7. Стихи с 4 по 7. «Ибо Газа будет покинута, и Аскалон опустеет, Азот будет выгнан среди дня, и Екрон искоренится. Горе жителям приморской страны, народу критскому. Слово Господне на вас, Ханании, земля филистимская. Я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей. И будет приморская страна пастушьим овчарником и загоном для скота. И достанется этот край остатком дома Иудина, и будут пасти там. И в домах Аскалона будут вечером отдыхать, ибо Господь Бог их посетит их и возвратит в плен их». Okay, so this is the land that is to the west of Israel. Здесь речь идет о земле, которая лежит к западу от Израиля. Philistia. Филистия. The coastlands will be destroyed, and there are приморские страны будут разрушены. This is the level land that goes toward the Mediterranean Sea from Israel. И это та земля, которая располагается на побережье Средиземного моря. And four of the five major cities of Philistia are named here. Здесь перечислены 4 из 5 крупных городов земли филистимской. Can anyone tell which one of the five cities of Philistia is not named? Какой здесь город не обозначен, не указан? Помните? Вот указаны Газа, Аскалон, Азот и Екрон. Есть еще один пятый. Не указан. Который не указан, да.
Now, this would be a very obscure thing to know, but the one city that is not mentioned is the city of Gath. Не упомянут город Геф. So, to the west, judgment will come. Итак, а на запад грядет наказание. To the east, judgment will come on Moab and Ammon. То же самое будет и с востоком. Бог накажет народы, живущие на востоке, Моав и Аммон. Стихи с 8 through 10. Yes. С 8 по 10. «Слышал я поношение Моава и ругательство сынов Аммоновых, как они издевались над моим народом и величались на пределах его. Посему живу я, говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Моав будет как Содом, и сыны Аммона будут как Гоморра, достоянием крапивы, соляную рытвенную, пустыню навеки. Остаток народа моего возьмет их в добычу, уцелевшие из людей моих получат их в наследие. Это им за высокомерие их, за то, что они издевались и величались над народом Господа Саваофа». Ammon and Moab have always been enemies of Israel. А мы помним, что Моав и Аммон всегда были врагами Израиля и Иуды. From the very beginning. С самого начала. And they had such a horrible beginning. И вообще возникли эти народы в результате ужасных обстоятельств. These two nations are the result of the relationship between Lot and his daughters. Произошли они в результате постыдных взаимоотношений между Лотом и его дочерьми. And yet they are arrogant. И вместе с тем, смотрите, их судят за высокомерие. And God is going to make them like Sodom and Gomorrah, such a complete destruction. А Бог уподобит их Содому и Гоморре, пошлет им полное разрушение. And there is an archaeologist who has uncovered the ruins of hundreds of Moabite and Ammonite cities. Есть археолог, который нашел остатки сотен городов Моава и Аммона. All of them having been destroyed through violence. И все они были разрушены в результате насильственных действий. So there's destruction to the west, there's destruction to the east. Итак, разрушен будет восток, разрушен будет запад. Verse 11 is simply a comment that there will in the end be universal worship of the Lord. Представляет собой комментарий, что в конечном итоге все будут поклоняться Господу. Страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, и ему будут поклоняться каждый со своего места, все острова народов. Now, if you would read 12 through 14. Дальше мы читаем стихи с 12 по 14. «И вы, эфиопляне, избиты будете мечом моим, и прострет он руку свою на север, и уничтожит Ассуры, и обратит Ниневию в развалины, вместо сухое, как пустыня, и покоятся будут среди нее стада и всякого рода животные, пеликаны еж будут ночевать в резных украшениях ее, голос их будет раздаваться в окнах, разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки». All right. This is obviously a picture of south and north. Итак, здесь нам дается картина юга и севера. Ethiopia down Эфиопия to the south. На севере. Ой, Эфиопия на юге. Nineveh and Assyria. И Ниневия, Ассирия на севере. To the north. This is a very bold prophecy that Zephaniah is making. Это весьма такое резкое пророчество, которое изрекает Сафония. There is a quote in verse 15. В 15 стихе приводится цитата. Nineveh says, "I am, and there is no one besides me." Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем: "Я и нет иного, кроме меня." That is exactly what God said about Himself in Isaiah chapter 45. Именно так Бог говорит о себе в книге пророка Исаии в 45 главе. So here is wicked Nineveh claiming the same thing for herself that God claims. И вот теперь эта злая Ниневия объявляет себя, называет себя теми же словами, какими себя называет, описывает сам no Бог. No wonder she'll be destroyed. Поэтому ничего удивительного, что Бог посылает суд на Ниневию. Destruction north and south, east and west. Итак, я разрушу и север, и юг, and запад и восток. Chapter 3, right back to a description of the destruction of Jerusalem. А в третьей главе опять же мы возвращаемся к истреблению, к пророчеству об истреблении Иерусалима. Chapter 3, verse 1. Горе городу нечистому и оскверненному, притеснителю. Oh, I'm sorry, in verse 2. И второй стих. Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается. Now, how do we know that that is shifting to talk about Jerusalem and not Nineveh anymore? А как нам определить, что здесь теперь акцент переносится на Иерусалим, а не речь продолжает вестись о Ниневии? Because all of the references to the revelation that she had from God. Поскольку здесь instruction and all the rest, yes.
Речь идет о наставлениях, об откровениях, которые этот город и люди, живущие в нем, соответственно, получили от Бога. Jerusalem had so many advantages. А у Иерусалима было огромное количество преимуществ. She was blessed with the law of God. Этот город благословлен законом Божиим. Prophets and priests. Там и есть и пророки, и священники. And yet she refused at every point to turn to the Lord. И вместе с тем Иерусалим отказывается обратиться к Господу всякий раз, когда его к этому призывают. Then verses 3 and 4. А третий, четвертый стихи. Князья его посреди него, рыкающие львы, судьи его, вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его, люди легкомысленные, вероломные, священники его, оскверняют святыню, попирают закон. Because of their rebellion against God, поскольку они противятся Богу, the Lord will perform judgment or enact judgment against her. Бог нашлет на них наказание. And the pictures that we get in all of these verses, и те образы, которые рисуются нам во всех этих стихах, are just continuing pictures of God's judgment against His people for their sin. Продолжают как бы рисовать нам те грехи, за которые Бог будет наказывать людей. So listen to verses 5-7. 5-7 стихи. Господь праведен посреди него, не делает неправды. Каждое утро являет суд свой неизменно. Но беззаконник не знает стыда. Я истребил народы, разрушены твердыни их, пустыми сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним. Разорены города их, нет ни одного человека, нет жителей. Я говорил, бойся только меня, принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия. In verse 7, there seems to be a thought from the Lord that he assumed that Jerusalem would turn to him. В 7 стихе, кажется, такая мысль проводится, что Бог думал, что Иерусалим к нему обратится. Surely with all I've done for her, конечно, все, что я сделал для этого города, все, что я сделал для своего народа, они обратятся ко мне, будут служить мне и поклоняться мне. Но Иерусалим так и не сделал этого. And this speaks somewhat to what we were talking about a little bit earlier. И это перекликается с тем, о чем мы говорили немного раньше. As to God's God's insisting that we love and revere Him. А именно с тем, что Бог настаивает, чтобы мы поклонялись и трепетали пред Ним. It is inappropriate for me to insist that someone loves me. А мне невозможно, я не могу настаивать на том, чтобы кто-то меня любил. But it is appropriate for God to insist that people love Him. Но для Бога это вполне уместно. Он настаивает на том, чтобы Его народ любил Его. Because He alone is perfect. Поскольку только Он совершенен. And holy and righteous. И свят, и праведен. So it is completely appropriate that He would assume we should worship Him. Поэтому вполне уместно то, что Бог ожидает от нас поклонения Ему. And in fact, when we do, we find that we experience the abundant life Jesus promised us. И в реальности, когда мы действительно поклоняемся Богу искренне, то мы обнаруживаем ту жизнь с избытком, которую Он обещает нам в Священном Писании. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Now in verses 9 and 10 and following, в стихах 9, 10 и далее, we get some of the most beautiful pictures that Zephaniah gives us. Рисуются великолепные образы of the future where there is blessing. Будущего благословения. Now let's listen to verse 9. 9 стих. «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». There is a picture of nations, separate nations, serving the Lord side by side. Это картина разных народов, которые служат Господу, стоя плечом к плечу. For all of human history, nations have been face to face. За всю историю человечества народы обычно стояли друг другу, как бы лицом друг к другу. And there's been war and tension. Они как бы противостояли, стояли напротив друг другу, при этом велись всякого рода войны, между народами существовало определенное напряжение. But in the kingdom to come, а здесь, в грядущем царстве, again, when Messiah comes, когда Мессия придет,
All the nations of the world will serve the Lord shoulder to shoulder. Все народы мира будут служить ему, стоя плечом к плечу. That would be Americans and Russians. Американцы и русские. Chinese and French. Китайцы и французы. Iraqis and Afghanis. Жители Ирака и Афганистана. All the nations. Все народы. Not warring with each other, but shoulder to shoulder serving the Lord together. Не будут вести войну друг с другом, а будут плечом к плечу служить Господу. Can you imagine a more beautiful picture than Только that? Представьте себе, что может быть лучше? Won't that be wonderful? Разве это не чудесно будет? Verse 10. 10 стих. Talks about the worshippers coming all the way from Ethiopia. Здесь говорится о том, что поклонники придут из заречных стран Эфиопии. And then in verses 11 to 13. А дальше в стихах с 11 по 13. A wonderful picture of the remnant of Israel, the Jews, coming and enjoying a peaceful existence. Опять-таки рисуется образ остатка иудеев, евреев, которые придут и будут наслаждаться мирным существованием. 11-13. В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твою знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей, но оставлю среди тебя народ смиренный, простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, не надейся в устах их языка коварного, ибо сами... и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их. All right. In these verses, and in fact from here to the remainder, to the end of the book, в этих стихах и, в общем-то, до конца книги пророка Сафонии, we get numerous pictures of tremendous blessing. Рисуются многочисленные картины невероятного благословения. In the final days there will be no sin in Israel. В последние дни уже в Израиле не будет греха, люди не будут грешить. There will be no fear of disaster. Не будет уже больше страха разрушения, как в 15 стихе говорится: отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. The people of God will enjoy resting in God's love. Посреди тебя уже более не увидишь зла. And then God lists all kinds of things that He's going to do for the people in verses 18 through 20. И люди покоятся в любви Божией, и дальше Бог перечисляет все, что Он сделает для своего народа. С 18 по 20 стихи Он будет изливать на них свои благословения, свою благодать. So, Ladisa, would you read verses 14 through 20, and then after the reading? Я сейчас буду читать стихи с 14 по 20, и после того, как закончу, I'd like for us to be able to list all the things that God will do for His people. Я прошу, чтобы вы подчеркнули, может быть, или выписали, перечислили все, что Бог сделает для своего народа. Right. Ликуй, черь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, черь Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев, посреди тебя, уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму: не бойся, и Сиону, да не ослабевают руки твои. Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Сетующих о торжественных празднествах я соберу, твои они, на них тяготеет поношение. Вот я стесню всех притеснителей твоих в то время, и спасу хромлющие, и соберу рассеянные, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле». Поношение их. В то время приведу вас, и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш пред глазами вашими, говорит Господь. All right. From those last three verses especially, особенно из последних трех стихов. In what ways will God bless His people? О каких мы можем прочитать в благословениях? 15 даже. Отменил Господь приговор. Even 15, the God will... врага. Not, so to say, exercise his verdict. He, what does it say? Take away his judgment. Take away his judgment. Sure. He will save all that is lame. Is yes, lame? Yes, save the lame. Good. Соберу рассеянных. Then I will get together those who are scattered. Yes. Да. И также он и приведет их именно. And he will bring them. Почет.
И приведу их в почет. Into honor. И именитость. Yes, turn mm-hmm. shame into yeah. honor. Honor. Yes. Mm-hmm. Now, as we recount these blessings. Когда мы перечисляем все эти благословения. Keep in mind that this is exactly the opposite of what Israel is experiencing or Judah is experiencing at the time Zephaniah writes. Давайте будем помнить о том, что именно противоположное испытывает Иуда во времена пророчества Сафонии. So this would be a complete reversal of their fortunes by the grace of God. То есть по милости Божией их судьба будет совершенно иной в будущем. Well, anything else that you see in these verses? А что-нибудь еще, что вы хотели бы отметить на основании этих стихов? He will gather the people together in verse 18. В 18 стихе соберу их. Deal with oppressors in verse 19. А в 19 стихе я стесню всех притеснителей твоих. Verse 20, he will bring Jews in from dispersion. Приведу, так, bring you in the time when I gather you together. Возвращу плен. Is it the end of it? Приведу вас, и тогда же соберу вас. And then he will restore their fortunes. И дальше сделаю вас именитыми и почетными. So there's going to be great community blessing. То есть будет всеобщее благословение. Great spiritual blessing. Будет духовное благословение. Social and material. Социальное и материальное благословение. So Zephaniah has taken us on quite a journey. Итак, Сафония заставляет нас пройти достаточно интересный путь. Even if a somewhat brief journey. Может быть, не такой уж и продолжительный. Most of what he has to say is judgment and urging to repentance. Но в основном он провозглашает суд и призывает к покаянию. With the final picture being of great blessing in the far distant millennial kingdom. И в конце он рисует великолепный образ благоденствия и благословения в отдаленном будущем. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.